Дорогие друзья, здравствуйте. Вот уже и апрель у нас на календаре, если быть более точным, 4 апреля 2024 года. Мы начинаем очередной вебинар от Приан. Говорить будем сегодня о даже не стране, а таком направлении, о группе стран, которые стали за последние 2 года особыми не только для покупателей недвижимости, и не только для покупателей недвижимости там из России, из Украины, из Белоруссии, а в целом особое направление, которое привлекает инвесторов, которое привлекает релокантов, которое, как ни странно, привлекает даже отдыхающих, просто потому что если тепло и есть море, сейчас это, в общем, это во все времена было радостью и дефицитом, а сейчас уж особенно. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала Приан, и я с удовольствием представляю моих очаровательных собеседниц, с которыми мы сегодня поговорим о нескольких странах Ближнего Востока. Это эксперты компании Solent, главный операционный директор компании Ксения Грищенко. Ксения, здравствуйте. Добрый день, Филипп. Если я правильно понимаю, вы находитесь сейчас в Дубае. Да, нахожусь в Дубае. У нас несколько локаций. Мы позже тоже расскажем, где мы представлены. Моя коллега Инна, она сейчас находится в другой локации, в Стамбуле. Но, тем не менее, это не помешает нам говорить все-таки о Ближнем Востоке, именно об этом регионе. И да, я с удовольствием представляю Инну Батонину, менеджера по развитию бизнеса компании Solent. И, Инна, вы сейчас, как Ксения сказала, находитесь в Стамбуле. Да, все верно. Здравствуйте, Филипп. Приветствую Ксению и участники вебинара. Я сейчас нахожусь в Стамбуле, да, буду вещать и рассказывать с этого замечательного города. Ну что ж, традиционно работает наш чат, традиционно вы можете задавать вопросы, и я попрошу показать контакты компании. А Ксения, пока, раз уже об этом начали говорить, несколько слов о вашей компании. Мы неделю назад, я думаю, может, мы ссылочку чуть позже опубликуем, с вашей коллегой говорили о недвижимости Черногории. Такой был довольно обширный масштабный вебинар. И тогда мы начали немного уже рассказ о том, кто вы, что вы, потому что, опять же, с вами мы общались на вебинарах несколько лет уже как, а вот именно в статусе вашего эксперта от компании Solent еще не общались, поэтому давайте несколько слов об этом, и я как раз подключу презентацию. Отлично, спасибо, Филипп. Да, я рада представить компанию Solent. Это новая компания, мы открыли ее в этом году, и мы переняли опыт нашей предыдущей экспертной деятельности и объединили экспертизу в иммиграционной индустрии и в индустрии инвестиций и зарубежной недвижимости. Как видите, мы решили создать такую синергию этих направлений, поскольку мы поняли, что наши клиенты, на самом деле, они не просто хотят получить второй паспорт или европейский ВНЖ, или купить недвижимость. Чаще всего это идет какая-то комплексная задача, либо планирование долгосрочно для создания так называемого плана Б, плана С. Это чаще всего требует не просто инвестиций, это требует создания общей инфраструктуры, включая получение миграционного статуса, открытие счетов, помощи в, возможно, открытии компаний, школы для детей, университеты. То есть это комплексное планирование, где нужно учитывать не только, куда смотрят окна вашей недвижимости, но также, какие налоговые последствия могут возникнуть, как банки в каких регионах смотрят на открытие счетов для тех или иных национальностей. Мы понимаем, что последние 2 года мы работаем прежде всего с этими ограничениями, и мы научились с ними взаимодействовать. И весь наш опыт, больше последние 5 лет мы занимались иммиграционным консалтингом, как раз программами гражданства ВНЖ за инвестиции, но все это было очень тесно связано с рынком недвижимости, да, особенно в тех странах, где иммиграционный статус привязан к открытому рынку недвижимости. И мы вот эти задачи наших инвесторов научились рассматривать комплексно с точки зрения их инвестиционных горизонтов, задач
по выходу из инвестиций, и все наши аналитические знания перенесли на другие рынки, которыми мы сейчас занимаемся. Значит, по недвижимости мы занимаемся рынком Ближнего Востока, это Эмираты и те четыре страны, которые мы сегодня будем рассматривать. Естественно, мы занимаемся европейскими рынками, это Греция, Испания, Венгрия, Португалия, Турция и Черногория. И азиатские рынки – это Таиланд и Индонезия. Тоже для части инвестиционных стратегий эти локации могут быть очень интересными. Буквально пару слов. Вот следующий кадр хотел бы показать. Если я правильно понимаю, это как раз вот те места, где у вас есть офисы. Несколько слов об этом, да, пожалуйста. Да, наш основной офис находится в Дубае, поскольку это такой достаточно популярный хаб, и мы работаем не только с русскоязычным рынком, несмотря на то, что часть команды – это эксперты именно в русскоязычном сегменте, но другая часть нашей команды как раз специализируется на клиентов из азиатского региона и ближневосточного региона. Естественно, у нас есть офис в Москве, есть офис в Стамбуле, как раз Инна его представляет. Мы очень любим Турцию, не только как рынок для россиян, но и как больше в последнее время, больше как потребительский рынок для других программ, тех же Кариб и европейского ВНЖ. И в Черногории тоже наш есть офис, мы любим Черногорию. Не случайно мы начали именно с этой темы и с Прианом. Мы исторически связаны с этой страной, мы хорошо знаем, работали еще с паспортной программой на государственном уровне, поэтому Черногория – это тоже часть нашей души и бизнес-интересов. Окей. Ну, Черногория у нас была, как я уже сказал, вот кому интересно, вы можете посмотреть презентацию и тот вебинар, который проходил у нас неделю назад. Сегодня мы все-таки говорим о Ближнем Востоке. Давайте… Понятно, что, раз уж мы даже говорим 5 стран, да, каждая страна имеет свои особенности, мы, естественно, этого вопроса сегодня коснемся, но все равно есть вот этот такой некий стереотип, который и не совсем стереотип на самом деле, что Ближний Восток – это что-то все-таки очень такое общее, единое в чем-то. Да? Вот в чем? Mm-hmm. Какой ваш взгляд на рынки Ближнего Востока, на страны, которые там есть? Если мы говорим о чем-то общем, что это такое, что это за регион сейчас в политическом, в экономическом, в культурном смысле и так далее. Филипп, я предлагаю, что я буду какие-то более общие вопросы раскрывать, а Инна, как узкий специалист этого направления, уже по странам, по проектам, по правилам. Как вам удобно, я раскрою. Да, буду обращаться к вам двоим, Инна, Ксения, там уже перехватывайте инициативу, кому удобнее. Хорошо. Да, отлично. Спасибо. Значит, отвечая на ваш вопрос, что же общего у стран Ближнего Востока, особенно те 5 стран, которые мы рассматриваем сегодня, это очевидные признаки по их экономической направленности и политическому строю. Во-первых, все 5 стран, которые мы рассматриваем, это монархии, да, в этом есть определенные плюсы, которые мы можем наблюдать в части стран, но это кроит за собой определенные риски, которые также инвесторы должны учитывать. Следующий момент – это эти страны очень богаты природными ресурсами, в частности нефтью и газом, и нефтегазовый сектор являет собой существенную часть экономики этих стран. И из этого исходит то, что валюта этих стран привязана к доллару. Это, опять-таки, плюс для инвесторов, потому что доходность, полученная в этих странах, она может де-факто считаться долларовой доходностью, и те цифры, которые мы здесь видим в других рынках, сложно достигать, но при этом привязка к доллару опять-таки кроет за собой риск-фактор, который мы должны учитывать. Если какие-то кризисы, связанные с этой валютой, здесь, естественно, будет отражаться на общей экономике страны и, естественно, на текущей доходности в этих странах. И следующий общий момент – это то, что страны сейчас уходят от нефтегазовой зависимости. То есть мы видим на примере тех же Эмиратов, даже в частности Дубая, да, как первого такого флагманского города в Объединенных Арабских Эмиратах, который начал уходить от… Ну, у них не так много было запасов нефти, да, в сравнении, например, с тем же Абу-Даби, да, столицей, где гораздо больше запасы и, соответственно, менее…
они меньше подвержены каким-то рискам. Дубай начал искать альтернативные способы заработка, развивать туризм, развивать финансовый сектор, и все видят, к чему это привело, и остальные страны, соответственно, тоже начали мыслить в этом направлении, и мы сегодня посмотрим, что же конкретно они запланировали и как конкретно они планируют эту диверсификацию в жизнь воплощать. Ближний Восток открывается для иностранцев, это очень заметно в перспективе, даже если смотреть, опять-таки, на примере Эмиратов и Дубая в разрезе последних там 5-10 лет, мы видим колоссальную разницу и в культуре, и в каких-то ограничениях, и в том, как юридическая, законодательная база меняется. И соседние страны также пытаются раскрываться, привлекая иностранные инвестиции, и сегодня мы будем смотреть, кто насколько преуспел, кто еще не преуспел, какие планы есть. Это все важно для инвесторов учитывать на перспективу. Потому что почему мы рассматриваем эти 5 стран? Там есть уже существенные подвижки в плане снижения юридических рисков. То есть многие страны открыты для инвесторов. Есть все еще существенный потенциал прироста, в отличие, например, от некоторых локаций Дубая, которые уже действительно перегреты и не подходят для стратегии капитализации, но, тем не менее, для других стратегий подходят. И все в таком общем формате, широкими мазками мы рассмотрим, потому что, конечно, про 5 стран мы можем говорить 5 часов минимум. Постараемся уложиться в меньший срок. Окей. Ну, давайте, значит, вот список стран у нас есть. Значит, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар. 5 стран. Понятное дело, значит, мы про недвижимость тоже, естественно, поговорим в каждой из этих стран отдельно. Давайте начнем, может быть, тогда, ну вот в презентации первой была Саудовская Аравия. В двух словах, давайте тогда особенность про экономику, про жизнь, про вот все эти моменты, пожалуйста. Да, конечно. Давайте про каждую из этих 5 стран пробежимся, а потом уже будем конкретные цифры называть. Да, давайте детально посмотрим по каждой стране, какие риски, потому что это все равно молодые рынки для инвесторов, да, и здесь как есть преимущества, так и нужно понимать, под какую стратегию, под какую задачу клиента одна и другая страна. Если мы начинаем говорить про Саудовскую Аравию, то вообще самая крупнейшая страна региона по размеру, по населению. Она развернулась последние 5 лет к иностранным инвестициям и делает это с таким размахом, и мы прям ожидаем такой прям бум по этой стране, поскольку также проводится, соответственно, программа диверсификации, вот, но страна долгое время была закрыта, и сейчас только-только постепенно начинает открываться для иностранных инвесторов, поэтому не так много локаций и проектов, которые можно предложить для покупки, да, для иностранцев, но при этом программа и, соответственно, страна очень много у нее планов по открытию и реализации масштабных проектов, которые, наверное, вы еще не видели ни в одной стране. И мы должны быть готовы, мы должны быть понимать этот рынок, мы должны быть готовы к инвестициям, поскольку это будет, ну, прям взрыв. И здесь мы ожидаем достаточно высокую капитализацию. Право приобретать недвижимость в Саудовской Аравии получили еще в 2000 году, но это для граждан стран, которые входят в Совет сотрудничества, то есть GCC. Вот. И для иностранных инвесторов сейчас все-таки это ограничено. Например, нельзя купить недвижимость в Мекке и Медине, да, это такие самые туристические, религиозные места, многие о них знают, и религиозный туризм очень развит в Саудовской Аравии, там нельзя приобрести без иммиграционного статуса иностранцу. А для оформления дополнительного статуса требуется, мы позже тоже рассмотрим, какие программы в Саудовской Аравии, как можно приобрести недвижимость в других локациях. Без иммиграционного статуса ВНЖ сейчас можно приобрести порядка в 3 проектах. Да? Есть как готовые объекты, так и... Уже можно, вот это важный момент, да? Уже можно. Недавно была введена программа премиальной визы получения, то есть при покупке недвижимости от 1 миллиона долларов возможно получение вида на жительство.
Вот, то есть это без иммиграционного статуса вы можете приобрести уже недвижимость. Если вы планируете приобрести недвижимость в других локациях Саудовской Аравии, то здесь необходимо получение вида на жительство первоначально. Его также оформить возможно, дальше мы детально проговорим про эти возможности, но не так много сейчас вариантов. Но при этом страна открывается, и мы в таком ожидании, то есть страна планирует в ближайшее время еще больше открыться, реализовать программы иммиграционные более упрощенные, соответственно, открыть другие локации для покупки иностранцам. И мы ждем вот этого анонса, этой информации, и, соответственно, уже так греем клиентов и рассказываем об этом рынке. Окей. Здесь можно немножко добавить Саудовскую Аравию, что на самом деле из 5 стран, которые мы сегодня рассматриваем, Саудовская Аравия самая закрытая еще пока что. То есть, несмотря на то, что уже легко приехать, в отличие от недавнего времени, все равно, когда даже на месте находишься, чувствуется большой контраст с теми же Эмиратами, и с Катаром, и с Бахрейном, и с Оманом. Саудовская Аравия еще очень консервативно остается. Естественно, это и места паломничества, конечно, здесь... это непривычно вот нашему европейскому туристу, все равно больше покрытых женщин, больше внимания они уделяют, вот, они не очень приветствуют общие бассейны. То есть вот эти какие-то бытовые истории, они еще ощущаются. Несмотря на то, что там открылись все сетевые отели, несмотря на то, что там реализуются сумасшедшие просто проекты, мы понимаем, что ментально сами люди еще не так открыты. Допустим, сейчас Рамадан, в Дубае вообще это не ощущается. Туристу в центре он спокойно себе найдет даже на террасе, где пообедать, попить кофе, что было еще невозможно несколько лет назад. В Омане еще не так. Оман в Рамадан более закрыт. Саудовская Аравия совсем закрыта. То есть таким моментом это нужно учитывать. Но для инвесторов это, конечно, рынок с самым большим потенциалом, наверное, из всех 5 стран, которые мы имеем, это самый большой потенциал, потому что это одна из богатейших стран региона, у них огромные амбиции, они все время соревнуются, они хотят выше Бурдж-Халифы башню, огромные, там у них гигапроекты, про которые мы позже поговорим, там что-то за гранью вообще воображения планируется. И на многих выставках, которые мы посещаем, мы видим государственные стенды, представленные Саудовской Аравией, то есть это госорганы из серии там земельных департаментов, которые уже оцифровали свои возможности. И это сейчас как будто рынок не инвестора, это рынок девелопера. Они приглашают крупных девелоперов заходить на их рынок, и инвесторам, которые хотят на ранней стадии открытия рынка заходить, стоит присматриваться к Саудовской Аравии, стоит, естественно, взвешивать все рынки, потому что там есть истории с покупкой иностранцам, на самом деле достаточно такие неоднозначные. Их стоит учитывать, но инвестировать можно, особенно если это инвестор, который диверсифицируется. То есть последние деньги, наверное, нет, но как часть портфеля очень рекомендуем посмотреть и держать руку на пульсе этого рынка. Ну, как я понимаю, чуть позже мы конкретно посмотрим уже именно, если мы говорим о недвижимости, конкретные объекты, да? Хорошо. Так, я правильно понимаю, Инна Ксения, вы в Саудовской Аравии сами были, и вы вот это... Мы были в Рияде, мы планируем доехать до Джидды, это город на Красном море, где много курортной недвижимости также планируется. И, конечно, где планируется реализацию гигапроекты, мы позже про них расскажем, это... отдельной поездки стоит, мы тоже планируем про это выпускать ролик на Ютубе, так что подписывайтесь на наш Ютуб. Да, каналы здесь есть, вроде все написано, если раз канала нет, я думаю, что сейчас в чате можно написать. Кстати, призываю, если есть, задавайте вопросы, если есть по тем 5 странам и по деятельности компании Solon, в чате постараемся сегодня на все ответить. Давайте дальше, Инна, мы вас прервали на Омане. Да, Оман. Замечательная страна. Мы недавно вернулись тоже из Маската, были в столице. Это горная страна, горы идут вдоль морского побережья. Вот. И на самом деле мы летели из Дубая, буквально час лету. Можно также на машине до столицы доехать, 4,5 часа. Вот. И вы уже в Омане. То есть это очень, страна очень близко расположена к Дубаю. И многие на самом деле в летний период даже ездят туда отдыхать, проводить какое-то время, когда в Дубае невероятная жара, да, в Омане есть зоны, где более комфортные климатические условия.
Вот, небольшую, да, историческую... Все прогружены, когда прилетели, что это вот такая привычная вроде, ну, вот, природа, пустыня, но при этом все на фоне гор. Это так необычно выглядело, и действительно как будто воздух был более, более свежий. И есть еще регион, о котором Инна дальше расскажет, Салала, где вообще тропический воздух. Поэтому Оман многим известен даже среди жителей Ближнего Востока как такой escape place в летнее время года. Да, это действительно так. В курортной части Омана называется регион Салала. Температура не превышает там летний, да, жаркий период более там, чем 34 градуса. Соответственно, это комфортно все равно для проживания, для проведения времени. И очень близко то, что расположено, можно там очень просто доехать. Вот, небольшую дам историческую справку по Оману, поскольку это... Почему обращаю на это внимание? Поскольку это важный момент со стороны инвесторов знать, как развивалась страна, как развивается сейчас, чего уже достигла и почему мы пришли к текущему моменту, почему это интересное инвестиционное направление. 50 лет правил султан Кабус, это в стране султанат Оман, и за этот период страна выросла на глазах очень сильно. В 70-х годах разделился Оман с Эмиратами и стал самостоятельно развиваться. И, соответственно, этот султан он поднял транспортную, образовательную инфраструктуру, здравоохранение. Было открыто более 1500 школ, образование по британской системе. После оманских школ можно достаточно легко на льготных условиях поступить в британские вузы. Вот. В 22-м году по завещанию было передано новому султану, и, соответственно, он продолжил развивать программу Vision 2040, о которой мы также сегодня поговорим. И все вот эти факторы, они влияют непосредственно на инвестиционную привлекательность. То есть мы видим, какие уже реализованы проекты, как страна выросла, да, как местные это тоже отмечают, какая инфраструктура в городе. Здесь важно тоже отметить специфику Омана, да, там, в отличие от других, допустим, стран Персидского залива, что здесь, вот если мы говорим о жизни, это больше подходит, наверное, кто любит такую комфортную, спокойную жизнь, да, все-таки, например, если мы сравним с Дубаем, там такая динамичная, суетливая, да, там толпы народу, вот, в Омане все же это такая спокойная жизнь, там нет таких люксовых, там, бутиков или ресторанов Чиприани, Нусред, да, там нет ночной жизни, да, это тоже стоит отметить для понимания, но при этом там много... В любом случае, каких-то социальных удобств, интересных, там, опера Гранда, там есть театры, там есть музеи, там очень красивая структура города. То есть это больше подходит для, наверное, пенсионеров, либо таких экспатов, кто приехал по работе, любит спокойный образ жизни для семей. Ну и также можно отметить, что Оман мы разделяем на две части. Это северную часть столицы, это Маскат, и курортную часть южную, это Салала. То есть это прям буквально как будто два разных региона, достаточно далеко друг от друга расположены, то есть нужно лететь на самолете. Если мы говорим про машину, доехать от Маската до Салала там порядка 9 часов, то есть достаточно долго, но преимущество в том, что Салала это прям такие арабские Мальдивы, там белоснежный песок, там мы выделяем стратегию краткосрочной аренды, то есть сейчас многие даже турагенты развивают это направление для отдыха, да, если раньше там Занзибар, что-то в таком направлении ключе, все турагенты... То, что называлось экзотикой, да, в свое время, да. Да, считается экзотикой. Да. Вот, то есть сейчас okay. Это Салала. А в Маскате, конечно, это более такая жизнь, обычный, соответственно, культурный центр сочетания. Вот, то есть здесь две части мы можем выделить. Окей, okay. Смотрим дальше. У нас еще три страны впереди. Бахрейн. Да, Бахрейн – это... Подождите, звук пропал. Бахрейн? Наша любимая страна. О, вот она даже как. Ну, выглядит эффектно. Почему любимая? Да, на самом деле это самое маленькое государство в Персидском заливе, но почему любимое? Потому что там все-таки это похоже на Дубай, там динамичная жизнь, там есть все бич-клабы, рестораны, все, что нужно молодежи и активным гражданам. Вот. И страна состоит из 51 естественного острова и 33 искусственных островов. Удачно, на самом деле, расположены между Катаром и Саудовской Аравией.
И между Саудовской Аравией и Бахрейн соединяет 25-километровый мост. И многие даже граждане Саудовской Аравии ездят там буквально 40 минут езды по этому мосту до Бахрейна, ездят там как раз до какого-нибудь ресторана, либо вечером там провести время. То есть это вот тоже говорит о специфике Бахрейна, что многие проводят там как раз таки досуг, да, там пользуются пляжами, бич-клабами, ресторанами. То есть здесь более такая развитая, наверное, и приближенная к Дубаю инфраструктура Бахрейна. Вот. Основные преимущества экономики Бахрейна — это, естественно, нефтегазовые месторождения, ловля жемчуга. Также в стране очень развит офшорный банковский бизнес и туризм. То есть здесь мы даже можем говорить, что это такой финансовый центр в Персидском заливе. И в Бахрейне сейчас очень большой спрос на открытие компании, открытие банковского счета. Об этом тоже мы поговорим. Uh-huh. Вот. И, конечно, налоги. Там очень приятный налоговый режим, соответственно, там 0% на доход физических лиц, на корпоративный налог. И есть ряд преимуществ, которые выделяются Бахрейн для открытия и регистрации компании. Окей. Я тоже хочу добавить немножко еще про Бахрейн. Это действительно такой оазис, особенно первое его раскрыли в Саудии, поскольку мы начали с того, что Саудовская Аравия самая консервативная страна, при этом они тоже люди, и все просто там поток туристов в четверг вечером в сторону Бахрейна по мосту, потому что там продается свободно алкоголь, не только в отелях, везде, в любых ресторанах, но это даже не столько для жителей Саудовской Аравии, но в целом, да, про обстановку. То есть она абсолютно открыта, там никаких нет ограничений, отличный шопинг, все есть торговые центры, есть все брендовые рестораны. И чем еще отличителен Бахрейн? Он единственный из всех 5 стран открыто принимает криптовалюту. То есть там можно платить крипто даже в супермаркетах, заплатить за школу, за все что угодно, абсолютно официально. Это отличительная особенность. И банковский сектор действительно самый развитый в регионе, и порядка 18% экономики занимает финансовый сектор. И из всех, наверное, стран, который мы сегодня рассматриваем, Бахрейн самый диверсифицированный. И именно поэтому он показывает, мы дальше сравним, но он показывает самую высокую доходность, но на аренде из всех текущих стран. Поэтому здесь, опять-таки, как мы будем наших инвесторов направлять вот по различиям, где-то есть потенциал капитализации заложенный, огромный, который может реализоваться, может и нет, да, мы это всегда учитываем. Но Бахрейн уже сейчас дает высокую арендную доходность, самую высокую в регионе, выше, чем все остальные направления. Ну, то есть, если Оман – это такой отдых природный, то Бахрейн – это такой отдых ментальный, понятно, с определенными все равно национальными особенностями, с колоритом и религиозными особенностями этого региона, но он наиболее такой вольный. Да, он наиболее вольный, но он похож на Дубай, он не такой все равно. Дубай сейчас в чем проблема? Куда-то пойти на пляж, вот у нас планируются длинные выходные, уже очень сложно что-то забронировать. В остальных странах в любом случае это проще. И он сам по себе, как Бахрейн, он маленький. Занято, простите, я не очень понял. Все занято, вы сказали, сложно забронировать? Да. Да, нужно вот бронировать. Мы вот сейчас пытаемся пляж себе забронировать на выходные. Вот уже 3 пляжа нам сказали, что мест нет. Проблема у вас, пляж не забронировать. Прям, окей. Хорошо. Дальше мы переходим к Катару. Чемпионат мира по футболу и так далее. Да, да, действительно, проходил самый дорогой чемпионат мира по футболу. Безусловно, этот фактор поднял внимание и известность этой стране. Но в целом, если говорить про основные драйверы и двигатели экономики активной жизни государства, это как раз проведение международных мероприятий, турниров, да, это FIFA в 2022 году, Expo 2023, это теннисные постоянные турниры, это Гран-при Формулы-1, MotoGP и так далее. То есть, безусловно, все эти проводимые мероприятия сильно активизируют рынок. На самом деле Катар – это одна из самых богатых стран мира, и это третья страна по запасам природного газа. Это крупный экспортер нефти и газа. Да.
Поэтому, конечно, денег у Катара очень много, строят они элитную и премиальную недвижимость, вот, очень хорошего, высокого качества. Страна представляет большой интерес для инвесторов, как для покупки недвижимости, так и для ведения бизнеса. Многие выделяют именно эту страну для постоянного проживания. Почему я сказала об этом? Потому что, во-первых, также есть иммиграционная программа, да, возможность получения вида на жительство, у вас появляются возможности, это открытие бизнеса, в 100% владение без участия катарцев в свободных зонах, открытие банковского счета, это бесплатное обучение детей в даже в британских школах. Вообще Катар занимает первое место в арабском мире по качеству образования. Вот. Ну и также как покупать государственные акции, премиальное резидентство покрывает медицинскую страховку. То есть есть действительно ряд преимуществ от иммиграционного статуса. Вот. Получение можно через покупку недвижимости. Вот. Там действуют две программы, ЕВНЖ и постоянное резидентство. Вот. То есть Катар на самом деле это реально действительно богатая страна и выделяется своими проектами. Тоже очень классные на берегу залива, и, конечно же, также говорит о своем развитии, проведении масштабных мероприятий, которые, безусловно, делают инфраструктуру, да, вокруг, там, открывают какие-то дополнительные отели, строят инфраструктуру по каким-то центрам, там, досугам и так далее. Все эти мероприятия, они концентрируют какое-то определенное дополнительное строительство и, соответственно, привлекают большое количество внимания. Окей. Ну, вы так рассказали, понятное дело, лучше там один раз увидеть, чем сто раз слышать, но мы какие-то кадры, какие-то проекты, как я уже сказал, в завершающей части нашего вебинара покажем. Но в любом случае, там Оман, Бахрейн, Катар, тем более Саудовская Аравия, это экзотика. Когда мы будем говорить о пятой стране, здесь вроде никакой экзотики нет. Поэтому, я думаю, отдельно рассказывать про Эмираты может и не стоит, но мне бы хотелось просто здесь скорее услышать ваш взгляд. Все-таки за последние два года про Эмираты сказано, написано, обсуждено так много, что не очень понятно, а в моменте-то какое место эта страна занимает и для инвесторов, и для вас, как компании, которая работает сразу в нескольких местах. Вот что там такое сейчас? Да, действительно, про Объединенные Арабские Эмираты очень много было разговоров в последние годы, и это, конечно, создает такое ощущение перегретости рынка. Но хочу отметить, что на самом деле ОАЭ, рынок недвижимости, здесь чувствует себя прекрасно. Да, мы слышим о неком охлаждении, может быть, больше от русскоязычных риэлторов, но вот мы, находясь в Дубае, и занимаясь недвижимостью, работая с лидами, да, с заявками, мы особого охлаждения не видим. То есть есть спрос, он стабильно большой, он, да, диверсифицировался, то есть нет такого, как который был в моменте, когда все побежали просто выносить деньги, куда-то переложиться, то есть вот этот панический спрос, и действительно люди скупали там этажами, ну вот даже у нас наши клиенты паспортные покупали тогда недвижимость в Дубае, сейчас пытаются из него выйти, то есть вот этот момент привел к коррекции, да, что год назад, два назад инвесторы, которые заходили, сейчас выходят, и очень много стока на перепродаже. И это создает такое ощущение охлаждения среди риэлторов, которые работают преимущественно на первичном рынке. Естественно, здесь есть, как любой рынок недвижимости, он цикличен. Допустим, такая же ситуация с повышенным спросом была в Турции, когда в 2022 году мы как раз тогда, Инна вот переехала в Стамбул, и мы активно работали с турецким рынком, и мы наблюдали вот этот оголделый спрос, когда цены росли каждые две недели, неделю. Застройщики поднимали, и клиенты покупали. И даже подъем порога входа в Турцию с 250 до 400, он прошел незаметно, потому что уже не было ничего за 250 в Стамбуле. И в Дубае тоже в какой-то момент была похожая ситуация. Сейчас, естественно, идет стабилизация этого рынка. Но при этом достаточно практически все инвестиционные стратегии на рынке Эмират можно воплотить. И да, здесь не будет такой капитализации, которую многие ожидали за год сделать X2, X3, да,
перепродавая на переуступки до ключей. Эта стратегия очень рискованная сейчас. Может быть, кто-то какую-нибудь дистресс, так называемую, сделку зайдет, да, это ниже рынка называется, и сможет выйти. Но это нужно точечно изучать и точечно искать такие объекты. Это не массовое явление. Массовое явление, что здесь можно нормально классическую капитализацию заходить в районы, у которых есть факторы роста. Мы понимаем, будет открываться торговый центр, зашел там мастер-девелопер, разовьет комьюнити, так или иначе, через там 3-5 лет цена вырастет, да, стабильно по рынку. Есть районы, где сейчас уже стабильно высокая аренда. Эти районы уже сильно не прирастут, потому что уже мы заходим на достаточно высокой цене, но аренда сразу будет такая, как минимум, как она сейчас, плюс она здесь стабильно индексируется. Это районы классические, да, для проживания, это Business Bay, Dubai Hills, Dubai Creek, Heartland и так далее. Есть районы, которые будут развиваться, это ближе к Экспо, Джебель Али, Мина Рашид и так далее. То есть здесь вот это все нужно обращать внимание в зависимости от вашей стратегии инвестирования, в зависимости от вашего горизонта инвестирования, когда вы планируете выйти, сколько у вас денег в руках, то есть как вы хотите платить, максимально длинная рассрочка, либо ипотека, либо вторичка. То есть здесь нужно работать. Этот рынок здесь больше 250 проектов. Это я говорю только про Дубай. У нас есть еще Абу-Даби, о нем отдельно можно говорить. Есть Рас-эль-Хайма, да, где сейчас многие, где, в принципе, можно реализовать стратегию капитализации из-за того, что там есть сильный триггер, это открывающееся казино, и то, что очень много застройщиков туда пришли, там весь Аль-Марджан построят из ничего. Соответственно, там есть факторы, которые позволяют инвесторам предполагать капитализацию. Поэтому здесь нужно спокойно работать с запросом, с бюджетом и с разными локациями. Из всех стран, которые мы рассматриваем, это самый объемный рынок. Здесь огромный объем. У россиян больше сейчас работаем с российскими клиентами по вторичке, по перепродаже. Ну, например, наши клиенты из Турции, они как будто чуть позже для себя раскрыли Дубай. И там у нас идет классическая работа с первичным рынком. Спокойно они вот Дубай Крик, Дубай Хиллз, Даунтаун. То есть мы все идем вот как с россиянами несколько лет назад. Mm-hmm. Поэтому стабильно покупают европейцы, очень много итальянцев, из Германии клиентов. Индия, конечно, стабильно покупает в лидерах много лет, поэтому рынок движется, мы видим, как инфраструктура развивается, жизнь становится комфортной, и вот живя здесь, мы понимаем, кто здесь живет, кто приезжает работать, кто арендует, и нам, находясь на месте, понятен и выход, и портрет и покупателя, и портрет арендодателя. Окей, ну смотрите, пробежались кратко, вот нам один из зрителей написал в чате, что эмоции очень здорово, интересно рассказали, но хотелось бы цифр. Давайте показывать цифры, давайте показывать те исследования, которые вы провели, тем более, что мы уже много еще чего можем рассказать. Давайте несколько слов о том, что вы делаете. Да? Вот, как бы, так, открываем презентацию. Посылки к открытию для иностранцев. Давайте, значит, еще раз я, кстати, хочу сказать, что презентация, она громадная, мы, конечно, по ней целиком пройти по всей не сможем, но контакты есть, я думаю, коллеги из компании Solon с удовольствием всю эту презентацию пришлют в деталях. Давайте кадры самые важные, что здесь можно и нужно комментировать. Ну, ВВП, думаю, более-менее все понятно. Да, в принципе, мы рассмотрели общий регион общими такими мазками. Что мы понимаем? Что страны открываются, расширяются, пытаются уйти от нефтегазовой зависимости. Происходит много... Они пытаются создавать факторы, которые будут влиять на рост туризма, а значит, краткосрочные аренды. Они развивают экономику, привлекают штаб-квартиры многих компаний, значит, приезжают экспаты, будет спрос для долгосрочной аренды. И развивают безопасность, создают различные условия по иммиграционным программам. Все эти факторы нужно учитывать. Значит, мы можем сравнить налоги в этих странах. Как мы видим, Катар самый безналоговый из всех пяти, но мы думаем, что НДС все-таки скоро введут. Тем не менее, остается самой недорогой страной даже с части налога на регистрацию, да, это так называемый в Дубае DLD, 4%, 2% в Абу-Даби. В Катаре это 0%.
ну, там может быть там 0,25, то есть до 1% в любом случае. Помимо этого, мы можем сравнить цену за недвижимость, ой, за... давай найдем, где этот у нас слайд. Давайте. Это вот, ну, я просто пролистаю, значит, налогообложение. Следующее у вас наличка макроэкономические параметры. Ну, ноль рост ВВП. Это, кстати, вот за какой год? Вот это у вас в моменте сейчас, на начало 2024 года? Да, это представлены показатели в моменте. То есть мы здесь тоже можем оценить рост ВВП. Соответственно, это говорит о создании новых рабочих мест, о привлечении и увеличении населения в странах. Инфляция достаточно невысокая, да, тоже не превышает 3%, что также является достаточно хорошим показателем. Ну и, соответственно, по безработице. Это такой макроэкономический анализ. В целом все анализы, которые мы проводили, достаточно глубоко, показатели по цифрам очень такие симпатичные. Приятные, окей. Да. Ну, численность населения, да. Это как раз известно, причем меня, честно говоря, больше всего поражает, ну, статистика по Эмиратам, она просто на слуху, да, что там 90% людей, которые там проживают, это не граждане с ОАЭ, да, собственно. Ну. Да, это правда, и Дубай планирует удвоить население, как все говорят, но они пытаются достичь цифры 7 миллионов, на сегодняшний день примерно 3,5 миллиона живет в Дубае, и, конечно же, там здесь необходимо реновировать и дороги, и транспортные сети, и мы видим, что это происходит, но, по крайней мере, сейчас мы пока видим такой немножко перекос, и пробки увеличившиеся, и вот невозможность попасть на пляж куда-то еще, поэтому у нас даже наши знакомые уже ездят отдыхать в Катар, вот наша подруга в Дохе отдыхала, хотя до этого 10 лет подряд они ездили всегда в Дубай, они здесь владеют недвижимостью, но уже, говорит, тяжело и хочется что-то новое изведывать, и таким образом соседние страны открываются не только для инвесторов, но и для туристов. Я попрошу вас прокомментировать следующий слайд. Дело все в том, что вот когда мы говорим о неких планах развития, именно на Ближнем Востоке эти планы, в общем, достаточно, ну, не скажу, что строго, но где-то эмоционально, где-то строго, но они описаны, да, то есть они вот есть, они заложены, это определенные государственные программы, но вот про программу Эмиратов, про программу Омана я знал, буквально пару слов давайте вот про этот кадр и пойдем уже дальше к недвижимости. Да, в этих странах также действуют экономические драйверы, которые повлекут за собой ряд преимуществ, и в каждой стране практически есть программа видения 2030 либо 2040, которая направлена на уменьшение нефтезависимости, да, там и в Саудовской Аравии, соответственно, и в Катаре, это диверсификация экономики и, соответственно, развитие там туризма, образования, привлечение экспатов и так далее. И каждая программа сейчас как раз реализуется, у каждой программы есть государственный сайт, который можно отследить, какие программы, шаги уже реализованы, какие следующие, как идет строительство в Саудовской Аравии гигапроектов, да, будут ли они задержаны в сдаче своей или наоборот вовремя. Вот, то есть здесь мы тоже видим такой небольшой риск-фактор по возможному какому-то какой-то задержке. Может быть, будет все, не все реализовано в этих программах, потому что в каждом Vision 2030, 2040 по каждой стране огромный пласт проектов, которые они будут реализованы. И здесь тоже важно учитывать, что как это все презентовано, может быть, какая-то часть не будет реализована. Да? То есть не нужно на это тоже там возлагать большие надежды. Но при этом мы видим, что они действительно реализовывают постепенно, они строят, у них большие амбиции у каждой страны, они понимают, что нефть заканчивается, что им нужно диверсифицировать свои направления, ну и, соответственно, это привлечет и население, и развитие стран, и новые проекты будут, и упрощенное там получение и ВНЖ, и открытие банковского счета, то есть сейчас это, для этого все делается. На этом слайде мы можем как раз увидеть, какие экономические основные драйверы будут у каждой страны, ну и как они реализованы, в каких сроки, 2030, 2040, вот в Омане. Окей. Хорошо. Давайте теперь уже вот в следующей части нашего вебинара говорить о недвижимости, о том, как развиваются эти рынки, что на них предлагается, какие возможности здесь есть для инвесторов. И покупка недвижимости является исключительно инвестиционной целью или она может привести к чему-то другому? Давайте сейчас я просто посмотрю здесь. У нас, насколько я знаю, есть и цифровые кадры. Как проще
Ксения, просто вот про этим кадрам пробежаться буквально. Мы можем сейчас поговорить про вид на жительство, потому что это также важный фактор, и не столько с той точки зрения, что многие планируют действительно переезжать, как с той точки зрения, что это может быть ступенью на открытие, к открытию счета. И на сегодняшний день это, конечно, важный момент. Мы понимаем, банковское регулирование душит россиян, и это становится с каждым годом сложнее и сложнее. И мы, естественно, отслеживаем все возможности в части расширения финансовой логистики для наших клиентов. Можем поговорить об этом и сравнить возможности получения инвестиционного статуса. И дальше посмотрим уже. Посмотрите, вот этот кадр все равно очень любопытный. Я попросил бы вас немножко на нем остановиться. Когда вот вы, например, оценили ROI от аренды, вы имели в виду, вот, если мы говорим текущая о кадре, который уже сданы, вот, вот ты сейчас покупаешь и сразу начинаешь сдавать? Или это не совсем? Давайте, да, как мы оценивали. Многие проекты из предложенных нами в подборке находятся еще на этапе строительства. Соответственно, по ним мы можем оценить арендную доходность приблизительно. Мы анализируем цены, ставки арендные по соседним районам, по соседним зданиям, которые уже есть в наличии. Мы берем заполняемость по году 60% максимум, потому что чаще всего лето – это не сезон, исключение может быть только Салала в Омане. 60-70% заполняемости мы берем по этой локации и текущие арендные ставки. Мы понимаем, что может быть, ну, естественно, будет там, возможно, индексироваться, но при этом больше проектов появляется в наличии, соответственно, какая-то вот эта конкуренция все равно цену чуть-чуть уменьшит. Поэтому здесь плюс-минус должны быть верные расчеты. Для наших инвесторов мы, конечно, более детально показываем, как мы считаем. У нас есть таблички, как рассчитать и арендный доход, и на какую капитализацию можем рассчитывать, и какие сервисные сборы, amenities мы должны удержать, и в случае долгосрочной аренды, какие сервисные сборы ложатся на арендатора. Один момент. Вот по этой таблице хотел бы уточнить. Я вот вижу, здесь есть такой стартовые цены, а есть минимальный размер инвестиций. И да. В некоторых случаях минимальный размер инвестиций меньше, чем стартовая цена. А в некоторых... Да, у нас здесь немножко не вместилось минимальный размер инвестиций для получения ВНЖ. То есть от этого можно получить ВНЖ, а стартовые цены – это от скольки сейчас есть наличие юниты. Здесь это тоже актуально на сегодняшний момент, потому что завтра может быть новый лонч, где будет более доступная, например, недвижимость, либо что-то уйдет с рынка, да, то, что сейчас доступно. Поэтому это так для ориентира из сегодняшних предложений. В любом случае под инвестора, под его задачи мы уже подбираем варианты. Да, я также хотела добавить по поводу аренды, потому что мы, конечно, сравниваем с соседними объектами, но какое строительство сейчас ведется во многих странах Персидского залива, это действительно уникальные объекты, которые мы предлагаем, потому что, например, в Катаре это единственные там первые брендированные резиденции, да, и такие вот первые во многих странах звучат вот сейчас в этих проектах, которые мы продаем и предлагаем. Соответственно, по сути, аналогов во множество наших предложений таких нет на рынке. И, соответственно, цена там по доходности она может составлять выше. Естественно, зависит от стратегии. Там в какой-то стране мы предлагаем краткосрочную аренду, где-то долгосрочная стратегия, где-то капитализация, короткая спекуляция. Вот, это тоже зависит от стратегии. Но цены здесь достаточно, так мне кажется, даже пессимистично немного указаны. Да, и как Ксения сказала, что мы берем прогноз по заселяемости 60%, это даже чуть ниже, чем можно было в пессимистичном сценарии предложить. Вот, но тем не менее, это действительно цифры, которые можно так уверенно там на них смотреть и ориентироваться. Когда вы говорите про арендную доходность, вы имеете в виду краткосрочная аренда с прицелом на туристов во всех 5 странах? Нет, не везде. Нет, на самом деле краткосрочная здесь, наверное, заложена у нас в Бахрейне больше. Но даже краткосрочная в Бахрейне мы для инвестора считали, у нас выходило и больше 14%. Но мы не можем это брать за правило, то есть мы все равно ориентировались чуть-чуть ниже. Но, например, в Дубае 8% – это арендная долгосрочная, в части локации может быть такая, краткосрочная около 10% получается по бизнес-бэй даунтауну, к примеру. Оман у нас, в принципе, это
Да, 6%, скорее всего, это будет на долгосрочную аренду в столице, в Маскате, и 8, даже чуть, может, выше, там 9-10% это в Салале на краткосрок. Угу. При этом мы можем, в Салале, допустим, мы ориентировались не на соседние проекты, как сдавались, там огромная комьюнити по концепции «город в городе», и там часть уже, одна фаза сдана, то есть там уже действительно приезжают, арендуют, и мы можем увидеть действительно реальные цифры, которые показаны там за прошлое лето, да, вне сезонное время, на сегодняшний период, как они сдают, какая там цена за одну ночь и так далее. То есть здесь мы опирались действительно на конкретные цифры уже в готовой фазе. Скажите, такой еще момент важный, наверное, здесь про это надо сказать, вот 5 стран, понятно, что когда мы говорим вот об этих процентах, это все пассивный доход вы рассматриваете, насколько во всех этих странах организовать этот пассивный доход одинаково просто или одинаково сложно, то есть про Эмираты мы более-менее знаем, но как это происходит в других странах? Это все происходит автоматически в тот момент, когда вы покупаете в конкретного застройщика с конкретной управляющей компанией, или здесь есть некоторые моменты, которые надо все-таки учитывать отдельно? Смотрите, Филипп, вы говорите, что в Дубае мы примерно знаем, но при этом в Дубае это может быть как отельные апартаменты с автоматическим управлением, с отельным сервисом, так это может быть обычная квартира, где необходимо нанимать управляющую компанию. Поэтому все, конечно, зависит от проекта. И то же самое в других странах. Есть проекты, например, от Адреса, которые сразу же идут с отельным управлением. А есть проекты, например, в Омане, где нужно взять управляющую компанию, которая меблирует и сдаст в аренду и будет за этим следить. Есть проекты, которые меблируют, но разрешат вам сдавать самостоятельно, тем самым повысив доходность. То есть здесь кейс-бай-кейс, и дальше мы сможем на примере реальных проектов, которые сейчас можно приобрести, рассказать, где есть отельное управление, где есть управляющая компания, где необходимо привлечь внешнюю управляющую компанию, но мы в любом случае порекомендуем под ключ сопровождения, включая рекомендацию управляющей компании, если это требуется. Вот последней фразой вы как раз ответили на мой вопрос, да, то есть когда вы говорите о том, что надо найти компанию, это означает, что вы будете искать эту компанию, конечно, а не... Окей. Да, Инна, вы, да, что-то хотели добавить, пожалуйста. Да, я хотела добавить, по сути, что Ксения сказала, что все зависит и от стратегии. У нас есть разные проекты, которые предлагают как и сервисные апартаменты, да, под управлением уже, так и для самостоятельного проживания, так и мы можем там дополнительно порекомендовать подрядчика, который будет управлять, заниматься. Давайте тогда, может быть, поступим сейчас так. Мы перейдем от общего к частному, то есть к конкретным проектам в конкретных странах, а потом, когда уже пробежимся по ним, посмотрим, сколько у нас времени останется, и еще тогда некоторые общие вопросы. Коллеги, если есть какие-то общие вопросы или вопросы по конкретным странам, пожалуйста, да, задавайте. Так, я просто буду тогда листать, да. Ну, во-первых, все-таки вот общая история. Ситуацию на рынке в Эмиратах, ну, опять же, тут более-менее, да, представляем, и вы, собственно, Ксения, про нее сказали. Если мы говорим про другие страны, она везде абсолютно разная, то есть, грубо говоря, небольшой Бахрейн, там, понятно, и колебания могут быть больше, и риски, вот насчет этого. Ситуация разная, то есть, например, Саудовская Аравия, как мы говорили, она еще очень закрыта и дает достаточно небольшой выбор. Либо выбор можно себе расширить, если вы приобретете, если вы получите премиальную визу. Здесь одна стратегия, и вход на рынок Саудовской Аравии, он самый высокий по региону. Если мы рассмотрим, например, Оман, Катар, Бахрейн, они более похожи с рынком Арабских Эмират в плане и внешнего вида, и, ну, скорее бы я же сказала, Катар и Бахрейн, они больше похожи на Эмираты и тоже по стратегии. Но поскольку это старт рынков, ну, ему, может быть, года полтора, год назад там самые были выгодные, наверное, входы на этот рынок. Сейчас все еще выгодно, потому что только начинают некоторые фазы проектов реализовываться. При этом важно понимать, что застройщики, которые работают на этих рынках, это те же застройщики, которые работают в Эмиратах. То есть мы не ожидаем здесь кота в мешке. Мы получим такие же мастер-комьюнити, которые все знают и любят
на текущих рынках. Мы получим, там уже открываются торговые центры, которые строил, грубо говоря, Эймар, да, там дочерняя компания Эймара. Мы понимаем, что мы ожидаем, мы понимаем, как будет расти рынок, при этом везде в этих локациях продается первая линия. В Дубае первая линия стоит уже дорого. И альтернативу можно рассматривать даже в Абу-Даби. Уже дорого первая линия. Вот сейчас все любители Эмират заходят с целью капитализации в Рас-эль-Хайма. Но при этом Катар инвестировать в Доху или там, в 10 минутах от Дохи, столичный город, это всегда более перспективно. Мы понимаем, что если брендовая резиденция, например, там, Four Seasons, Rixos, Mandarin Oriental, такие бренды, заходя в столицу страны, это в любом случае даже в какой-то степени может быть и трофейной недвижимостью, и в любом случае это та недвижимость, которая будет, скорее всего, расти при реализации других факторов. Да? То есть все, мы помогаем инвесторам анализировать все в совокупности. И это та альтернатива. Удачное время. Заходить, потому что мы давно работаем с Mandarin Oriental и в Бодруме, да, и по другим направлениям, и такой цены стартовой, как, например, в Маскате Mandarin Oriental, ну, ни в одной любой стране другой не купить. Вот, и здесь за 500 тысяч можно купить достаточно такие с хорошей широкой планировкой апартаменты под управлением известного бренда, да, Mandarin Oriental. Это первые такие резиденции в Маскате, даже местные. Давайте уже посмотрим. Там картинки, они у нас перед есть. Перед тем, как будем говорить картинки, попрошу, просто раз уж от вопрос пришел уже, правда, он точечный, но тем не менее, пару слов про право наследования в Бахрейне и открытие банковского счета вот во всех этих местах, но начнем именно с Бахрейна. Смотрите, значит, по наследованию скажу, что в мусульманских странах действует право шариата, поэтому здесь следует это учитывать. Лучше всегда иметь завещание, это будет проще впоследствии решать наследственные споры. Если есть какая-то сложная структура активов и сложное семейное древо, мы рекомендуем клиентов, у нас, кстати, есть хорошие юристы, которые помогают с этим вопросом, делать через траст, и тогда получится передать по наследству активы в той очередности и в тех долях, которых вы сами хотите, потому что даже завещание может быть оспорено, там есть такая практика. Поэтому здесь есть нюансы, к этому нужно готовиться, и хорошо инвесторы, которые не боятся обсуждать и продумывают эти вопросы заранее, поступают правильно. Здесь есть нюансы, мы тоже вам рекомендуем подсказать. По поводу банковских счетов. В Бахрейне это сделать, наверное... Да, достаточно просто, особенно если вы покупаете недвижимость, соответственно, с договором купли-продажи минимальный пакет документов требуется для банка, при этом банковская система, если говорить непосредственно о Бахрейне, она очень развита, даже многие банки сотрудничают с Россией, и перевод там из России или в Россию осуществляется достаточно просто, там, да, в сравнении с теми странами, у кого сейчас там есть некие проблемы, допустим. Вот. А если при покупке недвижимости, то здесь достаточно договора купли-продажи, достаточно там ваших паспортов, заполнения анкеты, можно даже удаленно. У нас есть также юрист, который достаточно имеет большую практику с нашими, успешную практику с нашими клиентами по открытию счетов, по регистрации компании, по сбору документов и так далее. То есть это возможно в Бахрейне. А если мы говорим, в Бахрейне проще всего или где-то еще проще? Или, пожалуй, из этих пяти стран? Вообще в любой стране можно открыть, если мы говорим там, об Омане, там по сути такой же пакет документов, там в Омане есть специфика по процедуре, допустим, нужно обязательно приехать, там подписать документы, да. Если мы говорим про Катар, там тоже есть своя, там, по процедуре, по документам какие-то отличия. Но в целом, если мы завязаны, допустим, с покупкой недвижимости, то это достаточно просто сделать, если мы завязаны просто под открытие банковского счета, здесь в зависимости также от банка к банку, вот, если это другой кейс, там при регистрации, открытие юридического, там, да, счета. Вот, то здесь все кейс-бай-кейс нужно индивидуально обсуждать. Но поскольку Бахрейн – такая финансовая точка, соответственно, здесь чуть-чуть будет попроще, потому что они более адаптированы под банковскую систему. Okay. Да, они более адаптированы. Но на самом деле открытие счетов – это нелегкая задача тоже, чтобы не было иллюзий. Это в любом случае банковский сектор,
даже в самой дружественной стране он регулируется США. И все санкционные истории, все санкционные ограничения, они на это влияют. И сейчас, в настоящее время, Российская Федерация – это страна повышенного риска. То есть если даже у вас есть... Второй паспорт, да, у нас очень много паспортных клиентов, поскольку это наша изначальная индустрия. Мы понимаем, что это помогает, в ряде случаев критически помогает, но это не всегда решает. У вас место рождения стоит Российская Федерация, любой банк запрашивает, откуда у вас будут приходить деньги, то есть какая у вас история по источнику средств, какая у вас история по внешней инфраструктуре. Иногда мы помогаем, ну, это уже не совсем про Бахрейн открытие счетов, но иногда требуется создать дополнительную инфраструктуру для того, чтобы открылись двери в какие-то другие финансовые институты. Все это зависит от того, как вы планируете этот счет использовать. Некоторые банки, даже в Эмиратах, да, которые сейчас чуть жестче начали смотреть, они могут открыть счет, при первой операции они вам его заморозят, уже на нем будут деньги, и это только создаст больше драмы. Поэтому нужно сразу понимать, какие у вас будут операции, как вы будете пользоваться, какие у вас есть документы. И не делать поспешных каких-то движений, там надо понимать, зачем вот Игорь вам счет в Бахрейне, да, что, где вы будете, если вам надо платить за шопинг там в Европе, к примеру, это одна задача. Если у вас есть определенная инфраструктура, вы понимаете, между какими юрисдикциями у вас будут платежи, откуда вы будете получать средства. Это будет доходность за вашу недвижимость, которую вы сдаете в Бахрейне, или это будет что-то другое. И от этого зависит та рекомендация, которую мы вам дадим, где вам открыть счет и как вам все это выстроить, чтобы счет не закрыли и он продолжал функционировать. Окей. Ну что ж, давайте, вот я уже открыл слайд. Здесь, как давайте, я понимаю... Дубай на конец Эмиратов. Давайте начнем тогда, может быть, не с Эмиратов, а... Говорите, я листаю, а вы говорите. Значит, Абу-Даби у нас есть. Да. Ну, проекты в Абу-Даби, действительно, я думаю, что мало кого сейчас удивят. Мы на вебинарах наших тоже говорили об этом. Эмираты. Да, мы можем вообще на обсудить. Саману перейдем, я включу. Так, здесь мы уже сделали справку. Давайте проект. Им тогда расскажешь нам про проекты в Омане. Да, я коротко дам справку по зонам, потому что есть особая специфика в Омане. Есть зоны, так называемые ITC. Это зоны, где возможно приобрести на условиях полного 100% владения. Таких зон насчитываются 6, и на самом деле эти зоны, они под... по сути, выделены под каждого застройщика. И они строят концепцию «город в городе», то есть это огромные комьюнити, включающие всю инфраструктуру, даже там международные школы, оздоровительные центры. То есть, по сути, можно прям жить в этом комьюнити, никуда не выезжать. И большой стол, много фаз, которые будут анонсированы, и нужно тоже держать руку на пульсе. Потому что каждая фаза, она выходит уже чуть-чуть дороже, чем предыдущая. И здесь важно тоже смотреть, успевать за стоком. Если мы говорим про первый проект, это на самом деле от очень крупного из Саудовской Аравии застройщика, который на рынке с 1994 года, реализовавший большое количество объектов, и это надежный застройщик, который сейчас представлен в Маскате. Это проект расположен в столице, в самом центре Маската. Преимущество этого проекта, коротко скажу для понимания, что этот проект находится на возвышенности на 130 метров над водой, и это является дополнительным преимуществом, потому что вид из апартаментов, из вилл и таунхаусов будет потрясающий на море. И огромная площадь территории будет составлять 1,6 миллиона квадратных метров. Основное преимущество то, что строится на холмистой территории. Также в комьюнити будет располагаться гольф-клуб Trump International. Многие, да, кто знакомы с Дубаем, они знают, что также этот клуб, гольф-клуб есть и в Дамаг Хиллз. Вот, то есть это от сети Трамп, который также привлечет большое количество внимания. В комьюнити будет находиться исключительный отель с подвесными номерами. Вот, наверное, многие на просторах интернета, кто интересовался ранее Оманом, видели эту картинку. Вот, это вообще первый такой уникальный отель. Мы готовы индивидуально отправить, да, здесь, к сожалению, нет у нас, но выглядит очень так впечатляюще. Вот, это будет не для продажи отеля, а для привлечения, как раз-таки застройщик сделал этот отель с ограниченными номерами, то есть 5 всего будет номеров, вот, но это будет привлечение внимания, это будет привлечение аудитории, туризма, и это тоже как такой маркетинговый ход, соответственно, это будет все расположено в комьюнити. Здесь очень удобный гибкий план оплаты, то есть
рассрочку. Есть два плана оплаты, мы готовы также индивидуально поделиться, кому интересно. Вот, преимущество в том, что при внесении 10% депозита за объект вы можете уже открыть банковский счет в Омане. У вас открывается в местной валюте. После того, как проект будет завершен, и вам будут выданы ключи, соответственно, вы можете уже оформить по готовому объекту вид на жительство. И здесь у вас открывается возможность открытия мультивалютного счета. Вот это как из преимуществ. Из дополнительных расходов у вас возникает налог 3% за регистрацию, он оплачивается в самом конце на ключах, а также НДС 5%. Преимущество, кстати, здесь тоже нужно уделить это внимание, что 5% НДС, он может как раз быть распределен по планам рассрочки, либо оплачен в конце уже по последнему траншу. Вот, то есть платить сразу все расходы не обязательно. Также после 30% внесения депозита, как многие, да, уже сталкивались, кто приобретал недвижимость в Дубае, знают, что такое рассрочка, как у застройщиков выглядят планы оплаты. Здесь после внесения 30% вы можете уже перепродавать ваш объект. Кстати, буквально 2 дня назад мы получили анонс, что на территории этого комьюнити, этого проекта будет анонсирован новый лонч отельной резиденции под управлением Marriott, известного бренда, и можно купить такую инвестиционную историю с получением пассивного системного дохода. Вот, это будет все тоже в распределении. Хорошо, давайте тогда выделим еще. Значит, как я понимаю, здесь несколько проектов есть. Этого проекта сказали. Следующий проект тоже в Омане, как я понимаю. Да, тоже в Омане. Он как раз расположен тоже в этом комьюнити. Это просто, по сути, все то же самое. Здесь просто даже, да, другая фаза. То есть в этом проекте вы можете купить как апартаменты. Апартаменты, кстати, ограниченный срок, поэтому мы рекомендуем, если вы планируете купить квартиру, здесь поторопиться, можем выслать тоже available list, какие есть доступные, не так много осталось. Вот, виллы, тенхаусы можно приобрести. Следующий проект – это Sustainable City, это эко-город от застройщика из Арабских Эмиратов вместе с оманским застройщиком. Вот, тоже большой комьюнити, оздоровительные центры будут расположены внутри, международная школа, будут зоны для там, пешие велодорожки, также первая береговая линия. Преимущество этого проекта в том, что будет расположена на первой береговой линии резиденция от Nikki Beach и отель. Соответственно, пляж будет от Nikki Beach. Обычно Nikki Beach не строят там, где нет спроса, либо в каких-то очень удаленных локациях. Это привлечет также дополнительное внимание среди инвесторов. Многие будут просто на пляж приезжать, многие будут пользоваться краткосрочной арендой в этом комьюнити. Здесь очень хорошие, приятные стартовые цены. Вот, возможно, это один из моих самых любимых проектов, потому что концепция проекта «Эко-города» заключается в том, что они будут перерабатывать сточные воды, которые пользуются для орошения земли. На всей территории будут стоять панели энергоэффективности, то есть солнечные батареи, благодаря чему сам застройщик будет воспроизводить энергию. И преимущество в том, что у вас не будет сильно высоких дополнительных затрат на содержание. При покупке таунхаусов и вилл в этом проекте у вас 0% пожизненно, в которых в договоре прописываются все эти условия, что вы не платите абсолютно ничего за содержание, электричество, воду и так далее. Вот. А у апартаментов буквально... Ну, прям смешные цены на содержание, там порядка $10 в месяц, как озвучивает застройщик. Окей, давайте смотреть дальше. У нас, я так понимаю, Оман, он такой в приоритете, очевидно, у вас в презентации. Но буквально пару слов тогда еще давайте про проекты в Омане и, может быть, в каких-то других странах тоже посмотрим. Да, в Омане предлагается порядка 6-7 объектов, которые возможно приобрести во фрихолд, то есть 100% владение, поэтому мы здесь их презентуем, мы готовы индивидуально проконсультировать, да, если интерес именно к Оману лежит. Вот, про Mandarin Oriental, как ранее я сказала, что это первые брендированные резиденции в Омане, этот проект расположен вот в самом-самом центре, рядом с Гранд-Оперой в Маскате, в столице Омана. Вот. Здесь таких цен у Mandarin Oriental по другим странам нет. Стартовая цена $500 000. Преимущество в том, что это готовая уже резиденция. Здесь вы имеете право сразу же оформить вид на жительство, получить и открыть банковский мультивалютный счет.
сразу начать сдавать под управление Mandarin Oriental, получать доходность. Это первая береговая линия. Очень симпатично мы были внутри, хорошая планировка, хорошая отделка, то есть там уже будет включена вся техника, кухонная гарнитура и так далее, только поставить там условно мягкую мебель и заезжайте, живите. Вот. Это что касается Mandarin Oriental, тоже там два блока резиденции, да, которые предлагают небольшой сток, так как особенность Омана нельзя строить выше, чем минарет одной из мечетей. И, соответственно, постройка не как в Дубае, в Омане она низкая, и нельзя строить более 8 этажей. Поэтому не так много апартаментов доступных и стока. Okay. Да, я хочу, чтобы мы тоже не сильно задерживались на каждой из стран. Основные особенности, может быть, ключевые проекты. У нас большой, конечно, объем информации, и мы можем инвесторам, клиентам, которые интересуются, отправить отдельно. Главное, что нужно понимать по Оману, здесь, наверное, наибольший выбор объектов, ну, за исключением Эмиратов, конечно, из остальных стран. И здесь есть как курортная недвижимость под краткосрок. Отдельно мы еще не рассмотрели проект Салали, но тоже там город в городе, один из самых интересных. Салали, это вот этот. Да, 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 да. Цены, в принципе, из всего региона, наверное, самые доступные именно в Омане. То есть, как мы смотрели, Sustainable City от 140 тысяч уже можно купить. И это все первая линия, еще раз. То есть это премиальная недвижимость, и ее, в принципе, можно и для самостоятельного проживания, там, может быть, для спокойного такого образа жизни использовать. Так и, в принципе, центр города, Mandarin Oriental, это лучшее, что есть вообще в стране, да, это и локальным спросом большим пользуется. И, в принципе, мы понимаем, что цены все равно доступны. Сейчас мы посмотрим на примере Катара. Давайте коротко, да, Катар, Бахрейн. Давайте на следующий по списку идет Бахрейн, пара слов о Бахрейне, о котором вы сказали, о котором Инна сказала, что это любимое. Да, здесь уникальный проект, который многим полюбится в любом случае, кто приедет и посмотрит вживую. Там рестораны Чиприани, бич-клабы, там очень красивая вода, очень красивые резиденции. Проект предлагает, на самом деле, много фаз, будут новые лончи выходить. Этот проект уникален в том, что он, это мастер-застройщик, да, от Имар, и здесь мы можем предложить как готовую недвижимость, так и на стадии строительства, так и кто вот планирует только на самом старте зайти, мы уже собираем интерес, потому что будет буквально там на следующей неделе выходить новый лонч резиденции. Здесь в Бахрейне вообще, если так общая картинка, то цены чуть дороже, чем в Омане, допустим, даже и в Катаре. Вот. Но здесь самая высокая доходность, да, и прогнозируется, как и долгосрочная будет пользоваться аренда и краткосрочная аренда. Вот. При порядка 12-14%, как указано у нас было, вот, но по расчетам на самом деле там даже чуть выше. То есть если кто хочет приобрести недвижимость со стратегией получения дохода, то я вот рекомендую Бахрейн 100%. Если рассматриваем стратегию капитализации прироста капитала, быстрого, да, то здесь рассматривать новые лончи, которые вот будут выходить на следующей неделе, это тоже как преимущество. Вот, следующий объект готовый в Бахрейне, здесь можно приобрести готовые апартаменты под управлением также от известного также дизайнера Роберто Кавалли. Вот. Комплекс из 4 блоков состоит. Вот. В целом красивые современные апартаменты, мебелированные, вот, по 10 этажей каждый блок, сток тоже небольшой, преимущество, что это готовое, сразу приобрели, оформили ВНЖ, сразу начали сдавать. Вот. Дополнительная информация тоже готова поделиться, сильно не будем зацикливаться на этом объекте. Вот, это сервисные апартаменты, также которые расположены в этом комьюнити, где первый объект от Адрес. Здесь под управление берет управляющая компания, соответственно. Вообще этот проект расположен на острове Китайфань. Вот, это такой... Так, прошу прощения, так что-то я не туда... А, все, да, и это большой комьюнити, где есть вся инфраструктура, то есть здесь можно выбрать отельные резиденции, да, под управлением для жизни можно выбрать на стадии строительства, то есть очень много фаз, которые мы готовы предложить, и это действительно уникальный объект с высокой доходностью, вот я выделяю из всех стран этот объект, который, наверное, принесет большое и удовольствие для проживания, там, в отпуск с детьми приехать, да, так же, как и в остальное время сдавать, получать доход.
Окей. Вот честно скажу, меня больше всего из того, что вы рассказали, вот, Саудовская Аравия, потому что про нее действительно она закрыта, известно мало, цены довольно серьезные. Что вот я вижу, вы цену даже сейчас тут не указываете по запросу, при этом объект сдан. В двух словах, что это такое вообще? Ну, вообще, Саудовская Аравия, подобно соседу по региону Дубая, да, делает ставку на реализацию амбициозных проектов. Можно сказать, что Саудовская Аравия начала прям новую главу, отражающую ее амбициозное видение будущего. И это, конечно, рост и развитие является как раз-таки развитием масштабных проектов. Но такого, честно, вот мы готовы тоже поделиться. Вы, наверное, не видели там летающие тарелки, там полностью такие... проекты, линии, ну, скоростные поезда. Какие-то люди, наверное, видели летающие тарелки, но я думаю, что они не с нами на вебинаре. Не, на самом деле, Инна говорит о том, что Саудовская Аравия представила план по реализации гигапроектов. Это так называемые инфраструктурные огромные проекты. Например, одно из самых известных, наверное, раскрученных, это так называемый НИОМ, город будущего. Внутри этого проекта НИОМ реализуется проект, например, The Line. Это горизонтальный небоскреб. Наверняка вы видели где-то в Инстаграм, в Reels, в новостях показывали рендеры из этого проекта. Это будет 145, по-моему, километров горизонтальный небоскреб, в прямом смысле этого слова, высотой 500 метров, внутри которого будут ходить там скоростные поезда, будет свой аэропорт, полностью внутри реализована своя как бы инфраструктура. Это то, что сейчас реализует государство, у них есть макет, у них есть отдельный сайт, это можно все посмотреть. Другой проект, например, они реализуют горнолыжный курорт внутри как бы, ну не пустыни, гор, но все равно в этом климате. И, соответственно, это также привлекает большое количество внимания даже на этапе реализации. Отдельно на Красном море реализуется туристический гигапроект, где будут разные типы развлечений, курортных, спортивных, объединять под одну экосистему. И это помимо того, что развивается отдельно спорт, там, все знают, что Саудовская Аравия контракт заключил там с Роналдо, с Неймаром, бойцы UFC. То есть все эти факторы, они являются частью большого видения. И, естественно, это привлекает большое количество застройщиков и инвесторов. И то, что в начале этого года Саудовская Аравия изменила программу получения резидентства для иностранцев, было большим событием на этом рынке. То есть ранее можно было приобрести резидентство только за дотацию. И, по сути, это было интересно, возможно, мусульманам, да, поскольку Мекка – это паломничество, направление. И, ну, достаточно, это был такой дорогой вход в страну, которая не очень дружелюбна была иностранцам. Сейчас добавились новые критерии, в том числе за инвестицию в недвижимость можно получить премиальный вид на жительство. Там все еще много нюансов. Тоже, наверное, сейчас не будет времени у нас полностью это раскрыть. Мы можем отдельно даже, на самом деле, вебинар на тему Саудовской Аравии провести, как у нас будет. Ну, давайте, да, когда будет, с каждым днем, я понимаю, информации по этой теме будет больше. Да, давайте у нас... Да, давайте посмотрим. В ближайшее время будем проводить несколько вебинаров. Я думаю, что сейчас даже в чате можно страничку, чтобы закладки себе наши зрители заложили и... По этой ссылке наши вебинары, которые мы проводим вот до конца месяца, еще будет аж два. Я вот что хочу спросить. Значит, ну, во-первых, у нас еще есть Катар, но вот все-таки важный момент, без которого все эти проекты останутся только красивыми картинками. Практика сегодняшней оплаты всех этих проектов в пяти разных странах, которые по-прежнему и совершенно понятно находятся под контролем, пусть и не буквальным, из США, как это все происходит, что можно, что нельзя. Вы сказали, что где-то есть криптовалюты и чуть ли не платежи в рублях. Как это все работает сейчас? Да, на самом деле оплата стандартно идет по свифту, и даже из России можно оплачивать. Ряд банков не подсанкционных позволяет платить. Иногда требуется несколько дополнительных реверансов в сторону банка и чуть больше документов, чем раньше. Но на самом деле платежи все еще проходят. Не всегда гладко, но проходят. Если есть счета
за рубежом, например, в странах СНГ, это может облегчить ситуацию. Если есть счета уже в Эмиратах, например, то это еще больше облегчает ситуацию. Ну, то есть здесь мы ничего нового не скажем. Чаще всего самая распространенная практика – это стандартная оплата по свифту. Дальше идет история, можно ли, чтобы третье лицо заплатило, можно ли, чтобы юридическое лицо заплатило. Поскольку большинство оплат проходит траншами, да, то есть все равно это какая-то бронь, первый платеж, дальше по пейменту-плану, там 10% и так далее, то здесь, в общем-то, чаще всего получается решать спокойно. Да. Сложность, когда большая сумма идет, да, то есть это чаще всего или вторичка, или там какие-то другие программы. Криптовалюта, самая распространенная, это Бахрейн, да, то есть он официально ее принимает, но, тем не менее, другие застройщики, там, например, в Эмиратах какие-то частично платежи также готовы в криптовалюте принимать. То есть это уже кейс-бай-кейс, зависит от политики каждого непосредственно застройщика. В принципе, все дружественно относятся, все застройщики помогают, ну, то есть предоставляют все документы, да, не то, что помогают. Банк просит мне там паспорт владельца, да, там, что наши банки любят, все перевести. Вот. Иногда некоторые застройщики, особенно в европейских рынках, они вообще не понимают этой практики и не помогают. Здесь достаточно все понятно, очень большой объем именно опыта накопленного, да, мы знаем, что этот банк попроще, этот банк лучше вообще не связываться, иначе мы там закопаемся, вот, там где какие лимиты, поэтому все возможно, в общем-то, пока что без сильно критических проблем. Скажите, пожалуйста, ну хорошо, вот понятное дело, что речь в большинстве случаев, это сами зафиксировали, идет в странах не только о покупке недвижимости. Покупка недвижимости – это один из кирпичиков здания. Кто-то переезжает с бизнесом, кто-то просто переезжает, кто-то воспринимает покупку инвестицию, а значит, ему нужно решать вопросы с компанией управляющей, получать на какой-то счет деньги и так далее. Практически всегда нужно открыть счет, ну или, по крайней мере, хочется открыть счет. В связи с этим такой вопрос. Общение с вами – и общение через вас в каждой конкретной стране. Понятно, что каждый случай индивидуален, но как оно на практике осуществляется? Окей, я хочу купить что-то, вот меня заинтересовало, там, допустим, Саудовская Аравия. С Эмиратами, наверное, тоже чуть попроще, тем более у вас там есть офис. А если офиса, условно говоря, нет? Вот как это, что? Вы со мной туда приезжаете или я туда вообще не приезжаю? Как решаются эти вопросы? У нас есть как раз последний слайд, где мы такую дорожную карту нарисовали для инвесторов. Те вопросы, которые там нужно в первую очередь для себя определить. Потому что все равно, да, некоторые страны обязуют, там, допустим, для открытия банковского счета поездку, да, там, подписать документы, заполнить анкеты. Некоторые это не обязывают. Для покупки недвижимости, допустим, без там, открытия банковского счета, можно все удаленно оформить, без поездки, сделать договор купли-продажи. Тоже хотела сказать по поводу оплаты. Недавно был кейс, что клиент уже был в банке, и здесь банк запросил перевод на русский язык договора. Так как уже застройщики понимают и чувствуют спрос среди российских граждан, соответственно, у них тоже уже договоры там многих переведены на русский язык, что также, конечно, говорит о преимуществе и адаптации к нам. Вот. И, соответственно, здесь зависит, понятно, кейс бай кейс, но мы в любом случае всегда находимся в коммуникации с инвестором, если какой-то вопрос там по управлению, если какой-то вопрос там по переводу средств, по там, к застройщику. Обычно мы даже можем организовать дополнительные зумы с представителем застройщика, да, если это требуется, если какие-то правки необходимы внести. Договор, там что-то обсудить по управлению, вот, или с управляющей компанией, мы также в коммуникации находимся. Здесь мы клиентов не бросаем, в любом случае клиенты, кто там приобретает сейчас Бахрейн, Оман и так далее, это в большей своей процентном соотношении, это клиенты, которые с нами покупали, либо иммиграционный статус оформляли, либо Дубай с нами приобретали, да, сейчас они хотят диверсифицироваться, соответственно, вкладывают и переводят деньги в другие регионы. Окей. Да, так. У нас в каждой стране есть свои представители, и, но здесь тоже зависит от клиента. Например, наши первые клиенты, которыми мы, можно сказать, исследовали, да, эти рынки, и мы поняли, даже они нам предложили вот этот интерес, сказали, вот, а мы вот хотим, кроме Дубая, посмотреть соседние страны, и мы
вместе с ними изучали вообще все юридические тонкости и весь процесс выстраивали, мы с ними летали в эти страны. Но мы понимали, что это достаточно крупные инвесторы, мы с ними уже много других проектов покупали и на разных рынках работали. Поэтому, ну, в любом случае, из Дубая здесь очень близко эти рынки прилететь, то есть мы можем в зависимости от ситуации клиента сопровождать и в поездках, и мы спокойно к этому относимся, но чаще всего это не требуется, особенно при покупках просто в план недвижимости, и, естественно, в каждой стране у нас есть представители, и не только там представители застройщиков, да, которые рекламируют свой объект, а по всем шагам, и кто управляющий компанией, то есть это достаточно сложная инфраструктура, где важно находить именно проверенных лиц, и мы поднимали там все связи наших партнеров, управляющих нашей компании, чтобы понимать, в чьи руки мы отдаем наших клиентов. Знаете, у меня такое странное ощущение, у меня давно на вебинарах такого не было, вот мы проговорили 80 минут, вроде много чего сказали, но не сказали, по-моему, вообще ничего, мы ничего не успели рассказать. Ни рассказать, ни показать, поэтому мне кажется, что надо будет действительно еще раз чуть пошире всю эту тему развить, потому что вот так, если какой-то представитель в Бахрейне, если человек хочет завтра прилететь и посмотреть локации, вы сможете? Конечно, конечно, да, как я сказала, у нас есть... Да, у нас есть представители, которые могут сопроводить, посмотреть локации, если там есть планы посмотреть объекты. Все это организовываем и, конечно, сопровождаем. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что к этой теме из компании Solon мы еще обязательно вернемся. И я благодарю за рассказ, такой вдохновляющий, эмоциональный и при этом практически очень полезный, Ксению Грищенко, главного операционного директора компании Solent и менеджера по развитию бизнеса Solent, Инну Батонину. Я еще раз призываю написать, обратиться и хотя бы за презентацией в том числе, потому что презентация есть, она, мы показали там, условно говоря, там 30 слайдов из 80, что там есть. И там действительно такая аналитика, причем не только по конкретным проектам, но и в целом по странам, которые вообще позволяют чуть более глубоко посмотреть и понять сходство, что еще более важно различие. Да, там Бахрейн или Оман, да, почему, в чем разница. На российском рынке появляются, иногда приезжают даже на выставки компании, но все-таки, ну, по факту все равно в большинстве случаев мы работаем через компании, приезжаем прямо туда, непосредственно там уже на месте смотрим объекты. Ксения, спасибо большое. Инна, спасибо. Спасибо, Филипп. До встречи. Увидимся в ближайшее время на вебинарах Приан. Будем рады общению. Материал и видео в ближайшее время по ссылкам на наших каналах. Спасибо огромное. До встречи. Спасибо. Всем хорошего дня.